लगवाया तो बड़ा होने पर तो एक साथ जाने जो करवा दिया एक है एक गुरुदेव का भेजा हुआ लगवाया हुआ है। किसी समय कोई मकान बना ले दाल को काट दिया फिर खून निकलने लगा तो घबरा गए। हरे कृष्ण मेरे तर के प्रिय दम रहते कुल घाट पर इस स्थान के महिमा के बारे में श्री श्रीधर महाराज हम लोग को सुनाएंगे। श्री श्रीधर महाराज हरे कृष्ण ओम अज्ञानति विराम दस ज्ञानांजन सलाकया हरे कृष्ण चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के आनंद चली सिद्धाम वृंदावन कृष्णा करते मिलते हैं। अभी जिस मंदिर में उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम सिद्ध इमली तला है По беспричинной милости Шри Гуру и Вайшнавов мы пришли в очень известное место во Вриндаване, Имлитала. अगर पसीना निकले तो गोपीना पसीना पहुंच गया थक गए तो बोले तुम्हारे पास चरण दबा दूंगा। इतने में गोपियों को तो ये सौभाग्य पर प्रकट हुआ। इसका मतलब है अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं राधा रानी को जब उन्होंने राधा रानी को निकले करने लग गए अभी कृष्ण ने सोचा राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी राशेश्वरी लेकिन जो राशेश्वरी उसको ये निकलेट करने लग गए कि स्वतंत्र कार्यक्रम उन्होंने राधा रानी की जरूरत नहीं इसलिए कृष्ण ने की सौभाग्य मार्ग दूर करने के लिए। पर राधा रानी ने क्या देखा कृष्ण हर गोपियों के साथ में एक एक स्वरूप में विद्यमान है। अभी राधा रानी सोच रही थी क्या ये सबके साथ में ब्राह्मण होगी क्या ये जो राधा रानी की मान हो गया इसलिए कृष्ण गोपियों के सौभाग्य मार्ग राधा रानी को मान को उपसमन करने के लिए कृष्ण वहां से अंदर ध्यान किए और कृष्ण अंदर ध्यान होकर के श्रृंगार करते हुए जब उनको सुंदर श्रृंगार की Я извиняюсь за техническую неполадку. Шима Чатхара не подумала. Из разлуки Враджа Гопи они будут испытывать невыносимый океан боли, потому что кто такие Гопи? Они Ачинтья, Бхава. Эти Враджа Гопи, они ничем не отличны от Шримати Радхарани, потому что все бхавы, качества Шримати Радхарани, они присутствуют в каждой гопи. Почему же я оставила своих подруг? Шримати Радхарани подумала. Это произошло после того, когда она оставила Расатанец. И также она испытывала очень большие разлуки по Кришне. И также в Раджа-гопи, в состоянии невыразимой разлуки, они блуждали по лесу и искали Кришну. Когда Кришна оставил Расатанец и стремился за Шримати Радхарани, они почувствовали себя совершенно беспомощными, безнадежными. Шримати Радхарани, она подумала, если я обрету ревнивый гнев, Кришна обязательно придет и найдет меня в лесу, и тогда в Раджа-гопи также придут. И снова все будет так же, как и прежде. Когда Кришна предстал перед Шримати Радхарани, вместе с Шримати Радхарани и Кришна встретились,
Кришна подумал, что если Враджа-гопи уйдет нас вместе с Шримати Радхарани, они почувствуют себя немного обиженными, и раса танец может не продолжиться. И поэтому он исчез также из взора Шримати Радхарани. И тогда Кришна, когда он покинул прежде, когда он покинул Расатанец, искал Шримати Радхарани, он пришел в это место и молитал. Кришна в настроении сильной разлуки, вспоминая Шримати Радхарани, сидя под имлеталовым деревом, погрузился в такое состояние, что неожиданно тело его изменилось. Цвет шьям превратился в золотой цвет тела. Шримати Радхарани подумала, что Кришна, просто испытывая разлуку, поэтому он приобрел свет, золотой цвет. И также Шри Чайтанья Махапрабху пришел в единой форме, как единой форме Шримати Радхарани. Сам Кришна, он перенял настроение в сердце Шримати Радхарани. И также ее золотой цвет. Когда Кришна посвящал Шримати Радхарани в лесу, наконец нашел ее. Шримати Радхарани увидела, что он золотого цвета. Она была очень удивлена. И она подумала, что Кришна, он так скучал обо мне и тосковал, что стал золотого цвета. Она прикоснулась к нему, и он принял свой обычный цвет шьяма. И тогда они встретились здесь, в лесу. В чем он заключается? Особенность любви Шримати Радхарани. Кришна также подумал, какие же трансцендентные чувства Шримати Радхарани имеет в моем сердце. Я также хочу насладиться, я хочу познать славу любви Шримати Радхарани. Поэтому что я должен у нее украсть? Что я должен похитить? Я должен похитить ее бхаву, настроение ее сердца любви и также золотой цвет ее тела. И поэтому Кришна Чандра, он понимал, понимая славу Шримати Радхарани, был в состоянии также погрузиться в прославление Шримати Радхарани, ее божественной любви. И он принял большой обет, что я обязательно приду в образе Шри Чайтанья Махапрабху в этот материальный мир, чтобы прославить любовь Шримати Радхарани. Сварупа Дамодар он написал в этой шлоке, объясняя. В этой шлоке сварупа, внутренняя форма Шри Чайтанья Махапрабху объясняется. Это татва, которая объединяет Шримати Радхарани, но они разделились в две формы. На самом деле это одна и та же татва, единая и неразделенная. По причине Шри Чайтанья Махапрабху пришел. Почему? Потому что Чайтанья Кришна сам подумал прежде, что я хотел бы снова вернуться в материальный мир в образе Шри Чайтанья Махапрабху. Кто-то может сказать, что золотой цвет, что недоступен, чтобы изваять божество Кришны темного цвета, что нет такого мрамора. Кто-то может пошутить по этому поводу, но на самом деле это особое настроение, которое выразил Шишимадхати Прагьяна Кеша Госвами Махараджи в этой аштаке, которую он глубоко объясняет Сиддханту, которая кроется позади того, что Кришна обрел золотой цвет тела Шримати Радхарани. И также здесь почему Бхакти Прагьяна, почему нашего Парамгурудева называли Бхакти Прагьяна? Это тот, кто обладает глубокими божественными знаниями. И поэтому с помощью своего разума и духовной реализации он выразил, являясь Рупануга Вайшнава, каково значение Рупануга? В чем заключается сладость и глубина этого значения рупа-нуга? Шрила Бхактивинода Тхакур написал по этому поводу. Тот, кто находится в стороне Шримати Радхарани, или же кто-то напротив, противоположной стороне, но я ни за что не приму никакого другого. Я лишь только всегда буду на стороне Шримати Радхарани, потому что Шримати Радхарани, она погружена в настроение,
воспоминания о Кришне. Но на самом деле, Шримати Радхарани, цвет ее тела не меняется, когда она находится в разлуке с Кришной. Но Кришна испытывает в Шримати Радхарани такую сильную разлуку, что его цвет тела меняется и становится золотым цветом сияющего золота, как у Шримати Радхарани. Шрила Бхактивинода Тхакур выражает свою ништху в этом баджане. И также Шишимат Прабхатхананда Сарасвати, он утверждает славу этого места, связанного с Шримати Радхарани. Здесь, в этом месте, любовь Шримати Радхарани и слава ее любви, она была превозглашена самим Кришной. И также Чайтанья Махапрабху приходил в это место. И по этой причине, для того, чтобы познать любовь Шримати Радхарани, Шри Кришна принял образ Шри Чайтанья Махапрабху и пришел в материальный мир. Когда мы раньше приходили сюда, было здесь очень грязно, и много свиней, и Бхакти Саранга, Госвами Махарадж, это было давно. Он подумал, что это особое место для Гаудия Вайшнава, в каком же состоянии оно находится. И он очистил это место. И тогда его ученики также продолжали заботиться об этом месте. Сейчас мы видим этот прекрасный храм, в котором находятся прекрасные Такурджи и также божество Шишимат Бхакти Саранга Махараджа, Бхакти Праяна Кеша Госвами называют Ачарья Симхарупины. Этот титул ему даровал Бхакти Саранга Госвами Махарадж, нашему Парамгурудеву. Он назвал его, что он является львом Ачарьем. Почему? Потому что он был настолько смелым, он постоянно опровергал философские утверждения Майявади и Апасидхантов по отношению к явлению Шри Чайтанья Махапрабху. И подобно как лев, который рычит. И тогда все животные разбегаются в испуге. Также наш Бхакти Прагьяна Кеша Госвами Махарадж, он всегда утверждал чистую сиддханту, философию вайшнавизма. Раньше в Гаудия Матхе люди совершали, преданные совершали в смиренном настроении баджан. Мой Шрила Гурудев часто говорил, что они принимали лишь только рис и шак, и ничего более в течение дня. Но Шрила Прабхупада, преданные, являясь большой семьей, для них было, но затем благополучие и в храмах, и в Гаудия Матхе стало увеличиваться, и не так, как прежде. Шишимат Бхакти Саранга Махарадж, его также великолепие было проявлено. В течение одного месяца парикрамы Шрила Прабхупада приходил, и когда началась парикрама, Шримад Бхакти Сарасвати Прабхупада был очень доволен, потому что Бхакти Саранга Махарадж приводил очень много людей, чтобы они участвовали в парикраме. И он раньше, Бхакти Саранга Махарадж, он работал в офисе на железной дороге. И он ради того, чтобы заработать деньги, чтобы парикрама продолжалась, он продолжал работать. И все то, что он зарабатывал, он все отдавал для того, чтобы поддерживать жизнь Матха. И он иногда одевался, как вот офицер, он приходил в какой-то магазин и говорил, я вот пришел из офиса, хочу проверить ваши банковские счета и вообще ваш доход, чем вы тут занимаетесь. И очень многие пугались. Почему? Потому что он спрашивает насчет таксов, которые обычно не платят, и они собирали инком этот таксы и отдавали ему. То есть вот у него такая была работа. И Бхакти Саранга Махарадж, я на самом деле не тот, кто собирает таксы. Я служу своему духовному учителю и мой Гурудев. Для того, чтобы совершить Враджамадала Парикраму, мы нуждаемся в пожертвованиях. Поэтому я пришел для того, чтобы просить бикшу у вас. Я на самом деле не являюсь этим, тот, кто собирает таксы. И тогда те, которые уже предлагали ему деньги, и тогда
они чувствовали себя настолько обязанными Ему. И они говорили, в течение всего месяца вы можете приходить, и мы будем вам давать рис и все необходимое. И в течение одного дня Он собирал бикшу, которую можно приравнять к бикше, которую можно собрать за целый месяц. А однажды Он пришел собирать бикшу. И он увидел большое здание, и там был офицер. Какой-то, в общем, офис находился там. И он обратился к этому офицеру, сказал, у тебя есть 10 минут. А тот он говорит, у меня есть 100 рупий, я тебе пожертвую. Нет, мне не нужно 100 рупий, ты можешь их оставить у себя, мне нужно твое внимание. Но тот не согласился, и Бхактисаранга Махарадж ушел. Через некоторое время, когда он пересекал эту улицу, он заметил это здание, и он подумал, я хочу поговорить опять с этой личностью, которая служит в этом офисе. И он пришел и увидел, что это здание было пустое. Всего лишь один год прошел. Раньше было тут все великолепно устроено. Было очень много служащих в этом офисе, и этот владелец. И он заметил, что кто-то, какой-то мужчина возле этого здания продавал гамчи. И он спросил, кого ты ищешь? Бхактисаранга Махарадж сказал, я ищу вот владельца этого офиса. В течение года я ему предложил рассказать ему харикатху, но он был очень занят. Он не уделил мне внимания. А сейчас я пришел и вижу, что здесь никого нет. Что произошло? Тот, кто выслушал его, сказал, на самом деле я владелец этого офиса. Я помню, как вы приходили. И то, что вы хотели мне сказать тогда, сейчас у меня достаточно много времени, чтобы выслушать с большим уважением и почтением то, что вы хотите мне сказать. Потому что раньше я был очень занят. И Бхактисаранга Махарадж начал ему рассказывать харикатху. Шри Бхагаван говорит, тот, кому я очень милостлив, я заберу у него все, что он имеет. Деньги, позицию, все то, что рождает невежество. Я помогаю ему. И тогда, когда он оказывается в этой сложной ситуации, он начинает помнить обо мне. И поэтому что произошло? Тут та самая личность, который имел очень высокое положение, имел офис, и когда он все потерял, он уже был готов выслушать Бхактисаранга Махараджа, и он затем, по милости этого преданного, принял прибежище лотосных Шрилы Прабхупады. Это слава этого места, куда мы сегодня пришли, и мы молим из сердца, чтобы мы могли прогрессировать на пути Бхакти Марга, и чтобы Бхакти Деви всегда была милостлива к нам. По безграничной милости Шри Гуру и Вайшнавов мы собрались здесь, в этом месте, которое называется Милитала. Однажды немножко Шридхар Махарадж оставил на своей тарелочке Махапрасада для меня, и я хочу воспользоваться остатками его Махапрасада. Как Шишимад Бхактисаранга Махарадж пришел к Шриле Прабхупаде. Я хотел бы немножко уделить этому внимание. Если, например, вы очень голодны, несколько дней вы ничем не питаетесь, и если вы обретете просад, вы будете очень благодарны тому, кто вам даровал этот просад. Однажды кто-то... Я извиняюсь, имя я не расслышала. Вместе с Бхактисаранга Махараджем еще один преданный. Они пришли в Майпур. Прасад уже был закончен. Тогда Парам Гурудев Шишимад Бхактивинод Бихари Брахмачари, который всегда заботился, и он увидел его и спросил Бхактисаранга Махарадж, мы приехали издалека, у вас остался немного просада? Тогда Парам Гурудев сказал, конечно. Тогда не было таких условий, газа не было. И Парам Гурудев, что же он сделал? Он взял эту керосиновую лампу,
Он как атаку все приустроил, туда поставил рис варить, и также туда же дал, добавил, и также и картофель. И очень быстро, одновременно все сварилось. И тогда Парамгурудев тотчас же добавил дал, и также он сделал также картофельное пюре из этого картофеля и угостил Бхактисаранга Махараджа, еще одного преданного. Они были очень довольны. Сказали, какое замечательное, спасибо большое. Они были очень голодны. Поэтому тот, кто голоден, он может почувствовать истинный вкус того, что он принимает. И наш Парамгурудев... И тогда тот, кто рядом с ним находился, преданный, он дал им 1 рубль, пожертвовал. А Бхактисаранга Махарадж пожертвовал 5 рупий. Время это было большие деньги, и он пообещал, что каждый месяц он будет присылать деньги, которые он будет зарабатывать. Почему? Потому что 5 рублей было даже более достаточно, чтобы поддерживать мат в течение месяца. И затем он пришел к Шриле Прабхупаде, и появилось желание остаться в храме. И тогда Шрила Бхактисиддханта Прабхупада сказал: «Нет, тебе не нужно оставаться в матхе. Я хотел бы остаться здесь». А он сказал: «А как же мы будем без твоих 5 рупиев? Как же мы будем поддерживать мат?» И тогда Бхактисаранга Махарадж сказал: «Не волнуйся, я буду еще буду зарабатывать и приносить». И находясь в матхе, он поехал в Калькутту. И у него был друг, который собирал таксы в Калькутте. Там есть одно место. Если вы туда пойдете со своим другом, и будете, вот, будете просить вот эти все бумаги насчет регистрации и таксов, которые оплачиваются. И поэтому без всякого труда можно получить в этих магазинах все необходимое. Рис, дал, муку, чтобы делать чапати. И они стали... И Бхактисаранга Махарадж стал приносить очень много продуктов матхе. Потому что он все время ходил с этим другом, офицером, и все сразу же давали очень много пожертвований. И далее что произошло? Все постепенно начало, по беспричинной милости Бхактисаранга Махарадж. Я рассказывал, на которой является Шримати Радхарани. Кришна он не мог достигнуть настроения Шримати Радхарани, Манданаки Махапхау, который, хотя он является океаном расы, он не смог прикоснуться к трансцендентной любви Шримати Радхарани. И поэтому Шри Кришна пришел в образе Шри Чайтанья Махапрабху. И затем саньяс он принял и пошел в Пури. А когда из Пури вернулся во Вриндаван, он пошел сюда, и он сел под дерево, имлиталовое дерево, и он воспевал сюда имена. И был один слуга с ним. И когда Чайтанья Махапрабху находился здесь, его сывак сказал ему: «О Прабху, Кришна, он явился во Вриндаване». Он каждый, он танцевал, он тоже танцевал на голове калия. И тогда на Ямуне однажды была такая картина прекрасная. Под ветерочком была лодка, которая качалась на волнах, и огонь, который был в лодке, он также покачивался, и со стороны можно было показаться, что эта картина удивительно напоминала ту картину, когда Кришна он танцевал на голове калия. Далее место Сивакунш, куда мы пойдем. Хирасу мамла, Джару мандал, ое, Гопинат Бхаване, ура мате тирго.
говорит на хинди далее. То есть мы продолжим нашу парикраму. Следующее место, куда мы отправимся, это будет Севакундж. Радха Дамодар, Шингарват. А сейчас мы последуем Севакундж. Хари Кришна.